Привет, друзья! Сегодня у нас убойная, отличная тренировка на пресс, поэтому начинаем. В данном упражнении мы двигаем таз на себя и от себя, и тем самым мобилизируя поясничные позвонки. Для того, чтобы избежать травм поясничного отдела, перед тренировкой обязательно всем нужно прорабатывать поясницу. И особенно тем, у кого есть протрузии и грыжи поясничного отдела. Продолжаем разминку и делаем повороты из стороны в сторону, помогая себе слегка руками. Спина должна быть обязательно прямой, и в момент натяжения поворота пауза 2-3 секунды. И начинаем упражнение. Подъем. Вверх. Подъем. Вверх. Отдыхаем. Далее упражнение из планки. Ногу наискось, ногу в сторону. Планку. И начинаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Отдыхаем. Далее упражнение из боковой планки. Мы делаем раз, два и обратно поворачиваемся. И раз, два, повернулись. Раз, два, повернулись. Раз, два. Раз, два. Падаю. Далее упражнение мы заводим руки под колено. Начинаем. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два, раз. Отлично, следующее упражнение у нас простой бег из положения вот такого. И начинаем. Было мощно. Следующее упражнение. Прямая спина, прямые руки, ноги. Делаем вот такие упражнения. Thank you.
Далее упражнение. Идем из положения пса вперед максимально далеко. Встаем. Обратно. Следующее упражнение – боковая планка слева. Самое с другой стороны. Следующее упражнение тоже на боковой пресс. Касаемся рук пяток. Руками пяток. Раз, два, три, четыре. Напрягаем именно мышцы бокового пресса. Следующее упражнение – колени и руки навстречу. Вот такое движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение, последнее, это планка с боковыми касаниями. И начали. Подъем, опустили. Подъем, опустили. Далее идем в позу младенца. Вытягиваемся руками и делаем присед тазом, чтобы наши позвонки поясничного отдела немножечко подрастянулись. Дыхание выравниваем.
растяжка и спазм младенца слева. Растяжка и спазм младенца справа. Далее делаем прогиб такого характера. Смотрим вперед. Идем обратно в позу младенца. Вот такой вот отличный комплекс на пресс. Данный комплекс нужно делать по 2 сета за тренировочку, поэтому я еще одну сделаю, а вы, если хотите, то тоже можете присоединяться. Погнали!